что сделал. Мальчиков сравнивают с мемберами BTS. И это очень-очень-очень жестко используется сейчас в приветственных видео. Нет, тексты не используют популярность BTS, они используют... Всем привет, как я и обещала, я писала на вкладке сообщества о том, что обязательно будет реакция на Субина. Сейчас вместе с вами буду смотреть его презентационное видео. Вышло оно еще вчера, это видео я смонтировала либо сразу же сейчас, либо на следующий день, поэтому третьего участника мы узнаем либо завтра, либо сегодня, смотря как я опубликовала это видео. Говорят, что там опять азбука Морзе, а что самое интересное, что уже в принципе пошли слухи о составе группы. И когда появился Субин, я увидела его имя и вообще его мордашку, я подумала, так, кажется, не зря разнюхивали поклонники, фанаты, и пока что с прогнозами все совпадает, есть уже по нему кое-какая информация, я все видела, все читала, не переживайте, я ничего не пропустила. 1,84 м красоты сейчас должно быть, поехали, 1, 2, 3. Меня просили поделиться... Надо тише сделать. Своими мыслями. Тут что-то такое будет, ну, как бы, такое. Он, правда, красивый. Он же лидер, да? Ой, он, блин, правда, красивые люди. Я что-то аж заробела. Я не знаю, почему. Ой, как он смотрит. Так, это очень спокойно и очень нежно. Ой, не знаю, что-то мне так нравится, не пойму почему. Какие-то такие эмоции. Он только что сделал носом вот такую штучку. Поступи-ка. Блин, он еще тут кокетка. Так, сейчас опять морзянка. Это та же морзянка, что и в прошлый раз. Я так на слух не определяю. В прошлый раз была Dreaming, в этот раз, вероятно, тоже. А может быть и нет, я не знаю. Но вопрос один и тот же. What do you do? Что ты делаешь? Типа, мечтаю. Окей. А, думаю, сразу стоит сказать по поводу того, что мальчиков сравнивают с мемберами BTS. И многих аж прям выворачивает наизнанку от того, что хватит, прекратите их сравнивать, они сами на себя похожи и так далее. Но... мне самой не очень нравится, когда их сравнивают. Но я думаю, что это делается не в плохом смысле, а в том плане, что какие-то общие черты внешности находят в них, а не так, чтобы их там в плагиате или еще в чем-то обвинить. Тем более, я уже несколько раз говорила, что наш мозг таким образом устроен, что при анализе чего-то нового и неизвестного нам, мы пытаемся это натянуть на что-то, что нам уже известно, и сравнить с этим. Это называется анализ, так работает человеческий мозг. Поэтому я не вижу в этом ничего плохого до тех пор, пока это не переходит в какие-то, ну, знаете, не очень приятные сравнения. Но могу точно сказать, что вот этот мальчик действительно мне какие-то вот ниточки параллельные я бы с Чонгуком могла провести, и у меня ассоциации с Чонгуком действительно возникали, когда я смотрела. Но я не могу сказать, что у него аура Чонгука, или что он второй Чонгук, или еще что-то, нет. Ну ладно, знаете, что я заметила? И сейчас прям это еще более явно видно было, чем в тизере с Ёнджуном. Вот эти вот микро-мимические жесты, как это назвать, какие-то фишечки, которые они делают, и игра взглядов и глаз у них прокачана на 100-500%. У меня садится камера, капец просто. И это очень-очень-очень жестко используется сейчас в приветственных видео, и это очень-очень цепляет меня, и я думаю, что многих. Сам тизер очень легкий, воздушный, он катается на велосипеде, он такой милый, он лежит, он идет. Очень много воздуха в этом тизере, как мне показалось, и это мне в нем понравилось. Я еще посмотрю теории, почитаю всякое-всякое, но общие у меня, конечно же, такие, ну, как бы ассоциации идут с ним уже больше за школой. Если там вообще у Ёнджуна был детский садик, оторви и выбрось, то тут уже прям такая школа, наверное, где-то средняя, не старая.
старшая, пока что мне нравится, и интрига у меня сохраняется. Пожалуйста, прекратите обижать их, прекратите плакать и пересмотрите мою трансляцию, вдумайтесь в то, что я говорю. Нет, TXT не используют популярность BTS, они используют популярность Big Hit, а Big Hit — это те, кто сделали возможным популярность BTS. Не забывайте, пожалуйста, про это, не думайте, что BTS принесли славу Big Hit. Нет, все на самом деле не так. Оба вложили огромные силы для того, чтобы добиться популярности как Big Hit, так и BTS. И сейчас Big Hit имеет полное право использовать это в своих интересах, в своих целях, чтобы переложить свой авторитет, который они уже завоевали, на TXT и помочь создать вокруг них тот ажиотаж, ту волну интереса, ту прикованность внимания. Big Hit все правильно делает. Не прекратите кого-то обижать, оскорблять. Еще говорили, что бантаны падают в билборд. Я смотрела рейтинги. Вроде бы нормально там они все занимают. Если сейчас больше внимания приковано именно к TXT, а не к BTS, это нормально в силу того, что так и должно быть сейчас, накануне дебюта мальчиков. То есть все должны посмотреть, что это за дети и что они покажут. Выключается камера, поэтому саран-саран. Саран-саран, с вами была Ариран. Я вас всех целую, люблю. Пока-пока-пока.